В смысле, а что у тебя заблочено? Почему ты мертвый? То, что меня уже психировал. Ради. Спасибо за подписку, Роман Сидорков. Может, реально поменять чувака? А ты сейчас это за бабки или бесплатно? 3к, по-моему, стоит. Да не успел. Что было? А, лол. Лол, голи, а лобби. Друг? Псих, ты чё, пьяный? Ладно, пошли поиграем. Не, я ревнул. Зачем он сдался там? Какая разница, пусть делает, что хочет. Убьём его, в конце концов. Псих тут вообще? Не знаю, я ревнул. Ой, я пока зато попробую сделать себе нового... А, на инвентаре. Что, у тебя 3к нет? Мы же побеждали много. Так я сундуки покупал. Я сделал себе еще более черного чувака. BF3FX, nice try. Так. Да, чё? Я понял, вы ливнули что ли? Да. Настроечки. Ага. Спасибо. Все? Да. That's all. Быстро находим без Вани. Хоть это, фраги будут в конце. Да Ваня просто на дне топа, поэтому... Сквидер, да телефон как телефон. Не знаю, какой отзыв я должен Куда летим? Угадай. Нет. Я сейчас такой фейспалм словил с этой хуйни. Ты же сам сказал, больше никогда не летаю туда. Да нет, Сквидер, это одна хуйня. Я такого не говорил. Да. Я просто понял то, что на Тиму не стоит надеяться. Как больше никогда не играешь в ЛТД? Да. Ну, психодел как бы тоже не особо надеяться. Я что-то завтыкал. Понял. Так и чё, мы ебали в ротеринг или нет, Игорь? Ну, по ситуации. Ну, я падаю на него. Пока что. Дел в жопе мир от нас. Так, о, я на близняшек, походу. Я на близняшек. А на крышу можно? Близняшек, да, можно. Как спуститься потом? Там на балкон прыгаешь просто и все. Лол. Я спину тут какой-то насолит. К тебе залез, Игорь, к тебе залез. Да, я слышу по голосу. Я упал. Сука. Че? Играть не могу. Твои близняшки еще есть, Игорь.
Дред, помощь будет? Я там нокнул, типа. Лол, идиот! У меня оружия нету. У меня все есть. Фиксик. Это я только. Боже. Я не знаю, как тебе. Ребята, тут это неловкая ситуация вышла. Их оказывается трое. Ух ты, ебать. Я пойду, ребят. А! Они летят. Оружие. А вы где вообще? Я хилялся, я только как тяжел, съебали все. Блин, надо было забить на них болт. Они так забавно. Бегали-прыгали. Я подумал, сейчас все будет нормально. Надеюсь, ты не смотрел за мной. Кабач, именно в этот момент я переключился на тебя. Да ладно. Да. Я переключился, эта хуйня случилась. Они снизу были. Да там какой-то... Там какой-то чувак пробежал и это... Не в эту сторону зарулил. Я думал, я побегу за ним. И тут это чудовище вылезло еще. Ладно, надо собраться. Вот эта постная хуйня какая-то. Ненавижу дробовики. Никогда не умел с них стрелять. Ты иди разъеби их. В скобочках сдохни. На самом деле это просто рофл-катка из-за врыва. Изначально я тоже не мог играть. Они не могут, Даш. Что за хуйня? Да добей, будь пидором. Чего? Да стол хочу. Что за хуйня блин, происходит в этой игре? Что это? У меня хилка была. Хотите, чтобы я доиграл или побыстрее закончил? Ну, как сказать, ты остался один. Теперь это очень много людей. Понял? В принципе, как вариант. Суицид не выход, как говорится. Ради. Побежал Игорь спасать и сдох. Кого Игорь спасать? Ты в комнате сидел, когда я сдох? Потому что я побежал тебя спасать, и мне разъебашили всю спину. Я вообще с пистолетом бежал тебя спасать. В смысле? Чего? А, ты до этого? До этого не знаю. Не, в смысле, я сдох, переключился на тебя сразу. Ты сидишь в комнате с дробашом. Ну, потому что я пробежался по балкончику, и меня сэмки разъебали, пока я по нему бежал. Короче, я... Я в этой комнате нашел дробовик. Там чел был сэмкой, я спекали его разъебал кое-как последней пулей. Начал его пиздить с руки, там забегает его друг в комнату, врывается, начинает по мне стрелять. Я делаю паунс в окно, он делает паунс за мной. Я залазил назад в отель, пошел в круг, типа, сделал, пошел заново пиздить его, этого друга, нокнутого с руки. А там уже поднимает его еще один друг. Неловко вышло. Ладно, все, ебать, собрались. Без фида. Сам фидишь после нее раза в первом. Так бывает. Я вылетел. Серьезно? Да. А реконнект нет? Сейчас пробую. Я, ну, кажется, буду лететь до конца самолета. Ну, мы с тобой, значит, полетим похуй. Мы будем устраивать бойцовский клуб? Не знаю. Хоть будем камешки лутать. Мне песню подрубать, как она называется в игре, забыл. Какую? Из Mortal Kombat можешь вторых подрубать. Про тигра-то, не-не-не. Как я говорил, я забыл. Эмма Тайгер. О, да-да-да. Из Рокки, что ли? Да.
Так, я вроде гружусь. Я в самолете. Готов? На камешке? Are you ready? Нет у меня, конечно, тут. Окей, let's go. Но это похоже на сейвовую выкатку. То, чего нам не хватало. С нами есть на камешке. Я не вижу никого. Они передо мной летят. А, все, вижу. Так они что-то вообще куда-то не в камешке летят. На верхней камешке. Верхний. Спасибо большое, товарищ подписчик, за пояснение названия песни. Я-то не знал. Там история в том, то, что да. Все знают, как называется эта песня. Кабач, видимо, не знал и назвал ее I am the Tiger. Как-то раз. Нам стало очень смешно от этого. Ну их, наверное, друг. У меня нет оружия. У меня тоже. Но есть каска? У меня нет. Какой интересный круг. А есть что быстрее? Толковое. Скажите честно. У меня есть, кстати, мотак есть, мы можем уехать просто в круг, если хотите. Ебать, круг. Да так, куда ехать? Лутаемся тут. Есть что это? Эмочки там туда-сюда? Ну, у меня только своя. У меня дробаш пока только. Они перед нами падли, да? На тридцатку где-то? Да-да, наверху. На верхних камешках они. Угу. Там типа тонул в воде, как это возможно. В начале игры. То, что сейчас стрелялись-то никого не смутило? То есть псих стрелял? Никто инфу не говорит. Псих стрелял. Или он кого-то нокнул? Вроде нокнул, это потратил как рак просто. Опа, арбалет тут есть. Че, давайте ебанем их, может? Я с Узихой. Давай. Тебя, кстати, псих что-то нихуя не слышно. Стало в последнее время. Так лучше? Вроде да, или ты тихо просто говоришь? Я тихо говорю еще. Вижу типа. В ангаре свой, да? Ага. У меня тут типа. Один есть. На этом участке был еще. По мне. С той стороны. Блять. Оружие нормальное, блядь. Нифида. У меня откуда, я не знаю, откуда где. ВСС. Понятия не имею. Кабач тащит дерьмо. Ну, в доме, в этом кукушке. В нем. Я не понимаю, о чем ты. Вот дом вот перед в тобой. В этом доме перед тобой. В этом доме чел с ВСС. Внутри? Да. Там дробаш или это твой? Там дробаш и ВСС. Отлично. Хорош, поднимай. Четко. Ну все, мы победили в войне за камешки. Хочу с ВССом поиграть. Не знаю почему. Значит, наркотики. Там еще. Это что такое? Там еще один ВСС. Значит. На как полу лежит. Там аптечки есть? Не знаю. Тут где труп? Ой, да, я взял. Две скинул. Блять, миник. Ладно, возьму так и быть. Но я его не люблю. Напомню. Для тех, кто не в курсе. Не люблю. Хил. Ой, я возьму ДП себе. Деспрофит? А где ты скинул это? На трупе у гаража.
пацаны. Так что тут больше нечего лутать? Они все залутали, наверное. Не факт. Да, вот мой дом как будто бы не лутанный. Армор есть какой-то первый? У меня самого нету. Не, я сам без армора. Надо искать. Без брони в эту мапу плохо плей. Че за тачка пошел? Блин, пойду полутаюсь. Ты что, психа делаешь? Катаюсь. Блин, дай бочку бы какую-то найти. Тебе, Игорь, подбросить до домиков? Каких? Ну, сейчас я дом этот чекну. Поедем. Погоди, приятель. Бля, тут лутно, походу. Бегу. Меня наебали. Окей, let's go. Красиво. Ну, козу крутой, мне прям вообще нравится. Красиво едешь. Мы без брони нам лутаться. Спасибо. Ну, я и еду в домике. Какие? Едем. А, ну, вот знаки теперь. Погоди, так это желтые, помню, нет? Я не знаю. Я первый раз их вижу на карте. Поэтому и хочу. А, они не желтые. Нормальные домики. Арбалет набери, ей-богу. Первый броник нашел? X8 нашел. Броники тоже нашел. X8, если надо, взял у меня миник. Ну, нет, наверное. Милишный надо кому-то прицел или нет? Да. Ладно, возьми психу, я нашел себе милишный прицел. У меня два так-то есть. Да съебывать, Игорь. Точно тебе не надо? Давай. На. X2 надо? Нет. Пошли. А по пятым патрикам чё? Мало, 30-26. Okay, сразу в круг едем или как? Да, погнали в круг. Главное не перевернуться, обаче. Умоляю. Ну тут уж как бы без обид. Если без обид. Я в красной зоне, походу. Только опытный в эту мапу, что можно въебаться в камень. Так это давай по дороге, ты чё как едешь? Прямой. Ну смотри. Тихо, у тебя чё за оружие? Камечка и ВСС. Кабач, не хочешь с миника пострелять? Прям что-то не нравится. Мне очень не нравится. Я вижу. Нормально, мне похуй, мне любая сойдет. С этой стороны. Да, ты заебись маршрут выбрал. Тут горы, лесопилка, кочки.
Бля, завязывай с этой хуйней, короче. Я пошел пехом, ну нахуй. Давай, МК. На, мне к тебе. А, стоп, секунду, еще вот это могу дать. Своей! Да, свой. Че ты можешь дать? Ты ничего не дал мне. Дал. Че ты дал? Этот. Я магазин. Я ничего не вижу, никакой магазин. Ладно. Ну ладно, он говорился, значит. Бля, давай я пойду. Полная хуйня. Куда едем-то? Все узнаем. Кому? Новую зону ждем. Вообще, у меня 50 патриков в одном оружии. И 30 в другом. Мы сейчас в дерево выбьемся. Вообще выбьем. Какое дерево нахуй? Перелетели. Тут не лутано? Жрач. Ты всех так уехал? Ну, просто... Это первый броник. Ох, ебать. Нам на сосновку надо. Го, лодку, наверное, искать, хули. Да. По мосту мы не пройдем этот точно. Серьезно? Угу. Чё, лучше я поведу? Ну так, блядь. Чего? Чё-то вспомнил. Да мы как-то играли, ты, я, Ваня, тут ещё, наверное, флешка. Вначале ты на байке на ровной местности просто в дерево врезал. Тихо. О, Ваня всеганул в реку на машине. Там справа стрельба какая-то была в милте. Есть лодки, псих? Вот тут нету, где я. Не бывает же. Давай, только не падай. Да, чё, мы дальше пехом, все. Ну, мы вплавь, значит. Потому что ехать через мост я не хочу. Если лодок нету. Ну, походу, лодок нет. Вплавь далеко нет. Но ты через мост не проедешь, там пиздец сейчас будет. Блять. Подальше. Хочу, чтобы коцнуло. Не косыть. Ага. Все, давайте. До свидания. Я поплыл. Ищи Андре. И жган я попер. Да. Туда куда-нибудь высадиться. Штабе мне поебать. Балдеж. А чехпада нет ни у кого? У меня есть. Ух ты, нихрена себе. Че? Да я тут зашел, а там в магазине скидки 50%, надо будет сходить. Какие скидки, на что? 50% на вансы, на Nike. Какие нахуй вансы, Nike? На рынок приехал, кроссовки. Купил кроссовки, ебать ты зажрался. Типа под водой плаваете? Да, так же быстрее, не? И плюс тебя не видно. Так быстрее. Ну я просто в табе сижу, я буду сутонуть. Найс. Молодец. Там дроп на горе. Там два чела его лутают. На 230-240. Вижу берег. Ребят, фантастический матч, но обычно такие выигрываются. Жалко, конечно, псих вылетел. Сейчас бы уже сосновочку отвоевали, потом такие, опа, круг у нас, засада на мосту. Вы представляете?
Какая фантастика была бы. Это было бы волшебно. Мы сделали это. Че, лутаем новорептное? Да? Давай. Вон, бустики лежат. Ой, найс. Кажется, не лутаем. Ништяк. Второй броник, ой-ой-ой. Вообще волшебно. Наверное, сами в контейнер пойду, ну нахуй, от греха подальше. Может, каска третья еще будет? Размечтался. X4 лишний есть. У меня есть X4. Третья касочка. Да. АР. Тебе не надо? Кому надо. Мне надо. Нет. I need. Опа, пятый Патрики. Второй броник наметут. В ангаре. Тебе кабач глушитель типа не надо? Нет. Мне не на что его цеплять. А, ну да, найс. Потому что я им ход жал. Так. Мы не в круге, господа. Где тут армор был, говоришь, нашел? В ангаре. Нашел, нашел. У меня Патрик или ВВЕ? У меня, кстати, 6 аптек и медкит, если кому-то интересно. Любые вот тут семерки. Аптечки 2. Я дам. А, чекпад дашь? Да, конечно. Да, кабач, давай, глушатель. Глушатель? Глушатель, да. На. Дай бог здоровья. У меня этот есть будет... Еще на кряк. Кряков у нас нет, так понимаю. Погнали в курком по позицию занимать уже. Чекпад, аптеки, я скину психу. Давай. Вторая. Давай в этой хуйне, в закрытой. Давай. Он аптек валяется еще. Две аптеки кидаю, кидаю чекпад. Каска вторая тут. У кого первая, если? Милости прошу. Компенс могу отдать тебе псих на эрку. Интересует? На эрку? Да. А, давай. Это все равно будет бесшумно убийца. Слышишь? На. А милишное надо? Редо откинул. Кто-то просил вроде. А X4 надо? Не, есть. Airdrop падает на 215. Го в круг займем. Опа, стрельба. Ой, так это рофло круг. МК-14, да. Рофл круг. Бля, нам, наверное, налево надо в камни куда-то ударяться. Тут ёбаное поле. А, угу, что? Там уже вот занято. Это.
Их надо убивать. Да, надо доказывать. Так, они дальше были? Нифига там чё? Чё? ЧСВХКГ разъёбываю. ЧСВХКГ. Там какая 14 человек. Прямо перед тобой, чел, тварь. Сколько, сколько? Где еще? Еще один на берегу. Два на берегу еще. На берегу? А мне дает. Дал несколько раз. Он красный. Отошел. А он не в круге, наверное? Я хилюсь аптекой. Там их двое. Я аптекой хилюсь. Они мне что-то кидают. Вылазит, смотрит. Смог. Собачь, ну ты... Еще один. Ага, все. Псих, иди, наверное, лутай. Я подниму. А что мне лутать? Я бы свои сразу буду разъебывать. Один уже есть. Заебись, блядь. Какое? Эти. Мне бусты нужны. У меня очень мало. Мне патрики. И каска. Че по каскам? Там вторая мне каска, если можно. Да, и патрики тоже нужны. Седьмые только патрики. Тоже седьмые. Ладно. Или чё? Или не ладно? Ладно. Гоу. Чё по кругу? Блять. Гоу в круг. Погнали. Много пятхоз? 100. Там за кругом по-любому есть ещё. Да похуй, я не хочу. А бустам чё? Я могу дать. Типа. У меня 3 редбула только. Давайте один. У меня один. Я просто хочу футбол чайбануть и побежать. Он советует того же. Ладно. Чё ты цокаешь? Я думал, круг далеко. Блин, там в круге эти типы будут. Ну, я предлагаю, на самом деле, вот поверх где-то. Бежал. А я их не заметил даже. Они рядом с тобой бегут. Я их не видел даже с хайграунда. Я думал, там дальше типа. Го поверху, псих. Давай. А то снизу? Я сам. Хуйня какая-то постная. А там можно будет подрезать типов. Ладно. Может даже типочков. Так, я в круге. Никого. Не вижу. Го дальше? Под гору. Как раз могу зачем? Ну, сейчас узнаем. Да, мне кажется, вряд ли он будет с той стороны. Ну, не войдут по Сейлове как-то с этой стороны. Угу. Я предлагаю по этой стороне играть. Поверху облизать этот круг синий. Пойдемте? Погнали. Ух ты! Прикольное оружие. Да, забавно. Блять, хотят на ХГ могут быть челы. Это будет МК-14. Так они и есть там. Блять, проблема. Да, залезли, что... Наверное. Ну нихуя себе. Блять. Паркур. Кажется, хуевая ситуация. Блять, какой фейл, мы тут не залезем. Ладно, короче, надо по низу тогда играть, но как-то прям близко к горе, чтобы нас не видели с ХГ. Это прям перед нами на 210. Чё, блять, вижу. Нокнул его. Я не буду, наверное, палить с ХГ. Да, не пались. Над нами челы будут, напомню.
Я прям под горой крапкаюсь. Не хочу под горой прям. У меня тут челы, скорее всего, будут скоро. Я еще панкиллер упиваю. Не спешите, ребят, слышите, от меня могут типа бежать. Вы помните, мой умер, стреляли? Мой умер. Там убили его пати, видимо. Вижу, буки перед тобой, псих. На 200, на 200, за тобой. Полграунд убежал. На 200, ага. Красавчик. Это он, скорее всего, был с грозой. Да, да, с луки, МК-14, ебать тут. Ой, да, с МК-14, с какой грозой. Лутай. Бери, кто хочет МК-14? Мне не хочется. МК-14? Ладно, я возьму. Я просто буду в луки с этим ВСС, вообще не иди. Бля, что я сделал? Не то дело. Бля, тут были приколы. X8. Вот тут еще челик. X8 еще есть, чекпад есть. 24 есть, блять. Ты бачишь, хочешь на 24? В круге. Куда не хочу. Рядом больше нет типов у нас тут. Глушака на СР никого нет, да? Ладно, 24, нет. Давай лучше. Не, я с МК буду. Нахуй. Кто? Свой стреляет? Это вы? Под нами прям. Нет. За сосной за какой-то стоит, наверное. Или что? Да, скорее всего. Ну что-то не видно. Это не прям под нами был. Это далеко. Да. Ну, блять, прям близко, в смысле, далеко. Так это глушак, он так слышится, на самом деле это 200 метров может быть до него. А, вижу его, вижу, 145. Я не вижу. Где он, сосной или что? Да, за деревом и камень. Вот так попал, помню. Блять, хуёвая новость. На вкруг, значит, отсюда надо заходить. С этой стороны. Парни, я проебался, я с другой стороны пойду в круг. Тогда убивай его, он там перед тобой может должен быть. За дорогой. Я не понял. А, за дорогой даже? Да, да. Надеюсь, я тут никого не проебу из-за теней. Я взорвал, я понял. Я забыл, что я без армора. Ага, слышу. Всё, я поджимаю с этой стороны. Я хилюсь. На 3 секунды. А где они были там? Где-то у шалша это, наверное. Видишь, убежишь? Они на уграунде от шалаша. Мне помощь нужна будет. Да, я бегу. Блять, меня нокнули. Поможете? Алло, собачили, кто там? На уграунде же. Я отвлек. Ты себе тут? Я? Ну, сначок кинь, я скину тебе. Сначок кинь, потом будешь поднимать. Блядь. Окей, давай. Один нокнутый. Ой. Один вас в вашу сторону бежит на лоу-граунде. Два нокнутых, один за камнем на лоу-граунде. Он с... короче, выйдите просто вниз, посмотрите, он... Я хильса буду сейчас, псих. Я псих, я хильсь. Давай. Псих, потом выходим. Спустись. Так они там поднимают друга. Я бегу. У камня, тут с вашей стороны. Далеко от меня? А, вижу. Близко камень, вот. Все. Красавчик. Псих. Ой. Блин, ВСС на самом деле прикольная вблизи.